Ну, сегодня на обзоре у нас Сатурн 35. Запустил, испытал, все посмотрел. Ну, это отчет о готовности колорефера. Сатурн в этом сезоне претерпел небольшое изменение. В принципе, как и остальные колореферы, пока мы вводим потихонечку новые корпуса. Корпус это представляет из себя шип пас, металл двоечка. Выглядит он более так презентабельно, что ли, так сказать, и интересней. По сборке тоже совсем поинтересней. Получил он новые ножки, новую сборку, так сказать. А в остальном это тот же Сатурн. Но в то же время он стал немножко и получше. В плане того, что у него ширина стала корпуса больше, соответственно, продуваемость, производительность теплого воздуха также повысилась. Тут у нас плотное ребрение на трубе. Там у нас находится чаша из жаропрочной стали. Далее тут улитка в шумоизоляционном коробе. Простой блок управления с шиморегулятором, подача минимум-максимум, а также вентилятор, который имеет диаметр 350 мм и у которого имеется вот такой вот диммер. То есть добавим, убавим, и, соответственно, мы можем менять производительность. Когда вы поставили маленькую подачу, то есть когда у вас нагрелось помещение, вы убавляете вентилятор также. Далее, работает чисто. Вот эта выхлопная труба является у нас дымоходом, импровизированным таким, такой времянкой на время испытания. А тут у нас висит маслоподача, которая крутит, редуктор крутит маслонасос, ну а маслонасос закачивает масло из ведра. Масло закачивается через специальный вот такой вот такую сеточку. Вот, сеточка позволяет отсеивать крупные частицы, чтобы не заклинил насос. Насос является гидравлическим, качает любую жидкость, очень качественный, очень хороший. Также у нас имеется здесь датчик для аварийного отключения по остывающему дымоходу. Он срабатывает при 55 градусах. Вот, как видим, он сработал. Соответственно, можем перевести в ноль для того, чтобы цепь маслоподачи отключилась, если наш колорефер потухнет и остынет дымоход без вашего ведома. Здесь у нас универсальное исполнение, воздушный короб. Отсюда мы наблюдаем за подачей масла и как горит у нас там все. Минимальная, максимальная подача, как менять, все написано в инструкции. Обязательно посмотрите, почитайте. Также имеются вот такие крокодильчики для подключения к аккумулятору, если у нас произойдет выключение света. Переводится улитка на аккумулятор для того, чтобы дожечь остатки и остудить камеру. В остальном, думаю, все и так понятно. Сатурн 35 полностью готов. Вот такое видео по нему, по его готовности. Показывать, рассказывать больше нечего. Думаю, и так все понятно.